Всем привет! С вами Эдгар. Эдвин. Мы сейчас с Эдвином едем покупать PlayStation 4. Наконец я этого достиг. Буду играть по сети. Это Эдвин заработал на своем канале. Еще плюс копил. Копил он еще с того года. Короче, деньги с заработка YouTube с двух каналов. Два детских канала у нас есть. И плюс Эдвина накопление. Че, рад, братуха? Очень рад. Наконец-то накопил. Плюс копилка, плюс YouTube. Получается много. И я куплю себе PS4. Ну все, мы погнали дальше. Будем снимать. Смотрите. Приехали в торговый центр. Посмотрим, сколько стоит 4-й PlayStation. Вперед! Да-да. 15 900 стоит. Ладно. Троечки. А и тройка? Да. 9. Майнкрафт, смотри, Майн. Здрасте. Где покупку планируете? Пока нет, девушка. Приятно выбор. Так, а четверка у нас сколько стоит? 32 900 плюс GTA. Да? Вот, Эдвин, вот этот аппарат тебе. Смотри, нравится? Это еще Майнкрафт даже есть, вот он. Майнкрафт есть? Да. Тут еще получается пульты. Так, а пульт у нас сколько стоит? Игровой PlayStation 4 2000 стоит. Не считаем, да? Что-то я смотрел, вроде как они дороже. Так, игровой, а вот PlayStation 4 геймпад 3700. Аксессуары, да, а это аксессуары, это не то. Вот 3700 получается. Вот GTA есть. Диск не вставлен. А. Ну что, Эдвин, давай погнали дальше. Мы зашли в планету и посмотрим тут PlayStation, сравним, так что продолжение будет следовать. Че, ты рад, что пока что у тебя нету PlayStation? Да? А когда наиграешься, запаришься уже? Будешь рад? Наиграешь, я, в принципе, это будет для меня весь год. Подожди еще 9 лет. А пока ты рад, да? Да. Ну ладно, я тоже рад. Еще как рад. А что, это я же копил, не ты? Да? Ну, вдвоем так копил. Так что ты и я будем играть. Четвертый раз. А папа хочет себе вот что, батя хочет. Кофемашину. А вот кофемашины мечта. Мечта папы. В следующий раз возьмем кофемашину, да? А у мамы мечта. И целый год вперед будем играть, да? Кофе, чаем и PlayStation 4. Да? Да. Идем отсюда. Да. А вот Эдвин. Так, здесь у нас Xbox. А вот PlayStation 4. Вот. Так, а почем они? Что-то я не вижу. Чего, прикольная тема. Еще телек такой нужно тебе купить, да? Нет, что-то управление нужно. Вон пульты. PlayStation 4 закончились. Пойдем в другое место. А пока вон игрушки. Вон Mortal Kombat новая вышла. И X. Что это? Пап, смотри. Гадкие я. Ой. Эти бешеные кролики вторжения, что ли? Да. Mad Max.
стоит? Скажи. Стоит 4000. Вон, Mad Max. А. Новая. А тут хоть GTA есть. Дожить до рассвета. Майнкрафт. Майнкрафт. Сколько стоит? Дам на диски. На диски есть. Вот 1200. А вот дом на России еще посетили. Ну, что, все, ладно, погнали в другое место. Пошли. И как мы эпично не купили PlayStation 4. Так что у нас 3. Пока что PlayStation 3. Причина, почему не получилось купить, потому что в магазине все разобрали. Там одна PlayStation 4 стояла, Эдвин поиграл, видео вы это смотрели. Вот. Кто-то скажет, так есть другие магазины. Мы по другим магазинам пробежались, там тоже на витрине есть. Ну, с витрины мы не захотели брать, нам нужна новая. И комплектация была не та. Там оставались... в которых там игры были такие беспонтовые. Эдвин хотел GTA 5 онлайн. С GTA было вроде как только в медиамаркете, но они там, в общем, закончились. Так что отдельно посчитали, если купить чисто диск, чисто PlayStation плюс пульт, в общем, выходит намного дороже. Короче говоря, нам продавец сказал, что скоро еще завезут и будет новая акция. С бесплатным вот, пультом, да, и два диска. Получается, недавно вот была у них акция. Входит туда и GTA 5 плюс дополнительный диск, да, на выбор. Плюс туда бесплатный пульт, этот, как его, джойстик, да. И все это получается... в одну стоимость, там 32 тысячи рублей. Акция что ли. Была в 1 сентября. Да, до 31 сентября она закончилась. В общем, все разобрали. Все так что мы, наверное, с Эдвином дождемся лучшей акции, да? А так, если покупать все по отдельности, в итоге около 40 тысяч выходит. Так что на эти деньги... можно уже диск купить. Да, парочку еще дисков. В общем, мы не торопимся, у нас есть он PlayStation 3. И сколько там игр, целая куча, можно поиграть. Да. Так что ждем новых акций, как они только появятся. Мы с Эдвином бежим, встаем в очередь! Да, Эдвин? Эдвин самый первый будет бежать и мочить всех. Я буду самый быстрый, потому что я хочу четвертый PlayStation. Да. Скажу, гоните мой четвертый PlayStation. Обломно, да, Эдвин? Это не ехал, такой радостный. И такое произошло, облом. Нет их. PlayStation, ну нет. Как так? Только собрались купить, а их, оказывается, нет. Вы прикиньте, все PlayStation разобрали. Это же вообще, по ходу дела, все видеоблогеры рванули и купили все, что было. Наверное, им GTA больше понравилось. Но... ну ладно, ничего страшного. Так что всем пока. Всем пока. С вами был Эдвин и папа Эдгар. Подписывайтесь всем на канал. Ставим лайки. Лайки, комментарии пишите. И скоро будет видео, где мы будем покупать PlayStation, играть, распаковывать, играть и все такое. И закачивать. Пока. Пока.